Привет всем, с вами Миша, и сегодня будем распаковывать Xbox Series X на 1 терабайт с Xbox Velocity. Первые впечатления. Так. О. О. По-царски вот это. А, ну должна быть здесь, понятно. Ой! Ой, трещит! Блин, ну так. Ладно, так на самом деле не открывается, там должен был зачёт. Power your dreams. В переводе как зарядка твоей надежды. Я неправильно. Неправильно поставил лучше. Так, выкладываем сюда. Какой-то скотч. На. Мне самое было интересно, смогу ли я палец в дырку просто. Смог! Все! Все, победа, распаковка закрыта. А чё такой большой? Он так где его планировал поставить, он не влезет. Жесть. Вот тебе ощущение от нового поколения, нового вентиля. Ну, сказать честно, он как мой Xbox One X. Он, наверное, даже тяжелее. Давай. Сейчас вернемся. Вот. Дорогие друзья. Очень тяжелый. Ну что я хочу сказать, он чуть меньше, чем PlayStation 5. Вот. Как с. Ну вот как-то так. Вот. Другую кнопку. Это ложим сюда. Сейчас. Стоять. Лежать. Все, мы повалили. Вот. Жирное пятно. Привет. На. Я, кстати, думал насчет. Так, здесь нет никаких подписок, да? Понятно. Вот так вот нам упаковали. Ну, это не Microsoft заслала точно. Вот такое вот бы Microsoft не смогла сделать. Ее бы обоссали и обоссали со всех сторон. Давай. Надеюсь, сейчас ты сфокусишься. Быть. Ультра хайк спид. То есть 2.1. Ну, короче, что я могу сказать по распаковке. Это идеальная консоль для 9-го поколения. И не стоит покупать серию S, я вам скажу. Потому что 9-е поколение — это мощная консоль, это не обрубки и хрыски. Поэтому мы это все складываем вот так и идем. Первое — тестировать игры, второе — записывать тесты игр, и третье — выкладываем завтра тесты игр. Сегодня будет только вот это. Ладно, дорогие друзья, в принципе, вот так вот. Геймпад. Да. А! Оп. Геймпад. Это что реально было? Пощение персики, да, типа. Ой, как ужас. Ну, он стал, кстати, значительно тяжелее, нежели. Это не важно. Что у меня здесь? Ха-ха. Ха-ха. Тесто такая функция. Ой, этот. Реально, он очень шумный. Какой-то дешевый немножко материал. У меня мой элитный контроллер, он вот этот вот. А, нет, у них другой стиль! У кнопок! Лол. Такой приятный на ощупь, кстати, я думаю, там кто-то бил софт-тач пластик. Не, не софт-тач пластик, никак. Но, объективно сказать, хороший. А кристалл, на самом деле, немножко шумнее, потому что... Остановите, пожалуйста. Так, дорогие друзья, я принес элитный контроллер. Вот он. Он уже, естественно. Как-никак, проблем не избежать. Смотрим, как звучит здесь. Прямо к микрофону поднесу сейчас. Сейчас будет, как звучит... этот. Как звучит... Тот от элитный контроллер сейчас будет. В самом деле. Даже тише звучит, да? Вот тише. Вот я сейчас в наушниках. Он. Ок. Так.
Ну, короче, он примерно такой же. То есть, вот все тоже есть. Он зафокусится сейчас, да? Здесь USB Type S. То есть Xbox Series и Type S. Понятно. Ну, это, конечно, первый элитный. Я все-таки хочу второй, там вот такие же. Вот это вот. Ты сфокусишься на этих? Да? Надеюсь. А, пофиг. Макросъемка не работает. Ну, вот, я говорю. Отличия явно есть. Вот. Более овальные, видите? Смотрите, я говорю, он более овальный. В плане вот. Видите, он, там, здесь он более острый, здесь он более овальный. Ну, мы на нем сейчас покатаем игру, естественно. Все, друзья, вот так вот распаковка подошла к концу. Спасибо всем, кто смотрели. Приступаем к тесту игр. Всем удачи и всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Все, пока.